Мы продолжаем серию материалов о том, как в Тверской области отмечают выпускные баллы. На этот раз наша съемочная группа побывала в Доме народного творчества, где состоялся праздник для лицеистов регионального довузовского комплекса. Ребятам вручили аттестаты, состоялся концерт и выступление приглашенных гостей. В региональном довузовском комплексе состоялась торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам 11 классов, на которую пригласили преподаватели, родители и почетных гостей. Лицеисты долго шли к этому дню. Было вложено много сил и труда, чтобы достойно пройти испытания и получить высокие баллы по ЕГЭ. 6 медалистов, причем золотые медали, все подтвердили золотые медали. И есть еще похвальные листы, похвальные грамоты. 11-классники поедут по всей России. Ну, естественно, самое родное – это наш Тверской госуниверситет, медицинский университет, технический университет. Ну, поедут еще и в другие города нашей Российской Федерации. Региональный довузовский комплекс – это уникальное образовательное заведение Верхневолжья, обеспечивающее высокий уровень образования учащихся, позволяющее выявить творческий потенциал и способствующее гармоничному развитию личности. Лицеисты в свое время сделали правильный выбор и теперь спокойны за свое будущее. С одной стороны, я испытываю радость, что наконец-таки этот этап уже закончился, и у меня начинается новый этап. Но, с другой стороны, мне грустно расставаться с этой школой, с учителями, с людьми. Я бы хотела сказать спасибо педагогическому составу определенно, потому что без них бы никаких результатов я бы не добилась. И своим одноклассникам, а также классному руководителю Галине Юрьевне. Все мои любимые учителя останутся у меня в сердце навсегда. И также я думаю, что достаточно важно продолжать учиться, продолжать познавать новое и не сбиваться с пути. Родители поздравили своих детей с выпускным. Поблагодарили педагогический коллектив за отличную подготовку лицеистов к ЕГЭ и не только. Можно смело сказать, что эти ребята – поколение, у которого сформированы правильные ценности. Любить свою семью и малую родину, уважать старших и поддерживать своих друзей-лицеистов. Я хочу поблагодарить всех за такое мероприятие. Очень хорошо было ему учиться, моему сыну. Атмосфера также очень хорошая в этом лицее. Мы учились с 5 класса здесь. Ни одной проблемы у нас не было. Все очень довольны. Выпускникам общеобразовательного лицея региональный довузовский комплекс теперь открыты все дороги. Приглашенные гости и преподаватели пожелали будущим абитуриентам поступить в престижные вузы, воплотить в жизнь все свои мечты и славить родной лицей по всей России.